больше 20 лет. В те годы, когда стоимость кирпича стоила 2 с копейками за один кирпич, бутылка стоила 20 копеек. Вот в этом получилась разница по стоимости. Тем более достатка такого у всех не было. Грубо говоря, все друзья, знакомые и с работы, и просто соседи по дому, и даже деда батя, если проходил, никогда мимо бутылки не пройдет. Сюда нагнется, заберет и принесет домой. Вот те же самые стены, которые у нас заложены бутылками из-под шампанского. С той стороны, это внутри их внутренняя отделка. Вот эти стены, грубо говоря, являются на свое время сейчас термосом, которые здесь летом дают прохладу, удерживая внутреннюю про это самое холод. А зимой дают внутреннее тепло. Когда идет отопление, разогревается печка, тепло воздух проходит сюда. И на улице особо такой отдачи тепла нема, а удержание тепла зимнее время довольно-таки хорошее. Формы в размерах они не соответствуют общему размеру. Они даже если так взять их, они каждая по-своему имеет свои разные диаметры. Одна вот бралась, каждая бутылка своего диаметра, своего веса. Плюс дело в том, что они сами по себе легче и тоньше. Как они себя поведут в нагрузке, об этом неизвестно. Почему просто не стали рисковать, уже знали, что ту бутылку так просто не разобьешь. А эти бьются очень легко. Вообще ушло более 6 тысяч бутылок, те, которые были использованы именно на строительство дома. А остатки, те, которые так называемые у нас пошли от браковки, или нестыковывающиеся чуть по форме, часть ушли в бой, мы их сдали, как эта самая часть, использовали в качестве небольшой дорожки. Так вот, повкладывали горлышками их вниз и сделали с них такую так называемую отмостку вокруг дома. Так же самое для уплотнения грунта вокруг дома. Есть это грунта?